Всем привет! Сейчас мы посмотрим распаковку воблеров от интернет-магазина F-Magazine. Ролик специально подготовлен для интернет-магазина F-Magazine. Так, заказал я воблерочки. Приехали ко мне пара таких штучек. В общем, решил заказать модельку от GAT 70-й. 70-й плавающий. В общем, моделька как бы по силуэту такая напоминает карася. В принципе, что-то такое усредненное между фэтом крэнком, да, ну не фэтом крэнком, то есть, а между шедом и крэнком. Хотя, наверное, больше все-таки шед, он в принципе узкий. Ну ладно, неважно, не будем заострять внимание. В принципе, решил взять как бы и по цвету, и по контуру телу, по силуэту. Очень напоминает карася. В принципе, на лужах, как бы там, где есть карась и щука. Щука его хорошо очень ест. Ну, я имею в виду живого карася. В принципе, попробую сымитировать практически под натурального карася. И воблером попробую повыманивать щуку. В принципе, имитация очень интересная. Ну и по цвету такой интересный цвет. Темная спина с точкой атаки, с черной на боку. Пузо такое слегка оранжевое. Ну и перелив. Он, в принципе, бок воблера не просто как бы золотой, да, а с таким еще с перламутровым каким-то переливом. Ну, интересный цвет. Плавающая моделька. Именно там по траве буду гонять. То есть посмотрим, как он себя покажет. В принципе, я думаю, можно будет и равномеркой, и твичем погонять. У воблера присутствует такая довольно-таки громкая погремушка. Посмотрим. Так, и взял еще миношку. 110-я плавающая модель. 12,8 грамма. С заглублением до метра. И Тума Неон. Тоже такую решил взять модельку, как разведчика. Взял в классическом цвете. Такой практически почти что Мэтт Тайгер, можно сказать. С матовой покраской такой. У него как бы он не лакированный. Интересный цвет такой. Можно сказать, классический. Заинтересовал, в принципе, недорогой ценой. Довольно-таки приличные тройники у них стоят. Как бы, ну, перекатывающий шар у него идет, как система дальнего заброса. Плюс как погремушка. Ну, в принципе, по контуру тела, то есть по силуэту он мне понравился. Узкий такой. Ну, как разведчик пойдет для более дремучих мест, там, где не жалко отрывать воблера. В принципе, интересный у него хвост такой тоже. Ну так, не совсем, конечно, но чем-то напоминает Megabass Vision. Ну так, относительно. В принципе, по отзывам тоже как бы читал. В принципе, хвалят вроде. Неплохо ловит. Ну, посмотрим. В принципе, у меня другие модельки есть. Вот фирмы Ituma, в принципе, ловит это хорошо. Я думаю, что насчет этой модели я тоже не разочаруюсь. Посмотрим, как он будет у нас щуку выманивать. Ну и всем спасибо за внимание. До свидания.